Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Вы меня слышите, видите? Прекрасно видим, прекрасно слышим. Ну, слушайте, мне дали вот такую тему, и я, честно говоря, думала вообще, сколько мы знаем и что мы имеем, и, наверное, останавливаться на каком-то одном... какой-то одной опции, наверное, очень сложно. Я решила, учитывая, ну, опыт свой, опыт, наверное, всех наших клиник, как-то... ну, попытаться как-то объединить все-таки, что мы знаем и что мы имеем. Так, что-то у меня. Злокачественные опухоли желудочно-кишечного тракта, они стоят в ряду опухолей с высокой заболеваемостью и смертностью. И, в общем-то, наиболее, наверное, из них самые тяжелые с точки зрения индекса смерти – это рак пищевода, рак поджелудочной железы, рак прямой кишки более благоприятный колоректальный рак. При этом рак желудка, гепатоцеллюлярный рак также достаточно имеет тяжелый груз смерти. Здесь не указаны редкие опухоли желудочно-кишечного тракта, которые, в общем-то, мы достаточно часто встречаемся с ними на сегодняшний день, хотя они считаются редкими. Это нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта с различной дифференцировкой от агрессивной до высокоиндолентной. Это гастроэнтеральные стромальные опухоли и так далее. Что вчера определяло тактику противоопухолевого лечения? Вот то, что мы, ну, например, Светлана Анатольевна, определяли для больных, которые назначали лечение при опухоли желудочно-кишечного тракта. Ну, это стадия. Морфологический подтип опухоли, общее состояние больного, функции жизненно важных органов и сопутствующие патологии. Больше никаких данных на тот момент, на конец 90-х годов, у нас не было. И, в принципе, стратегия лечения, она приходила, в общем-то, к достаточно простой методам диагностики наряду с естественно-морфологическими. Основной метод лечения был все-таки хирургический. Лучевая терапия была только в ряде случаев и малоэффективна, кроме рака прямой кишки. И абсолютно неэффективная цитостатическая терапия солидных опухолей на фоне высокой токсичности. А с точки зрения опухоли желудочно-кишечного тракта, это был 5-фторацил. Он был как малоэффективен, так и был малотоксичен. В общем-то, по сути, это был препарат, так скажем, условно паллиативный. Вас там никто не слышит. Вы, пожалуйста, чувствуйте наконец себя в своем доме уже комфортно. Вы слышите меня, да? Я что-то не поняла, да? Мы вас прекрасно слышим. Просто... но у вас параллельно еще фон идет. Фон идет у меня? Кто-то говорит. А кто-то говорит, это Лариса Валентиновна, Лариса Владимировна говорит. Да, тогда, коллеги, значит, пожалуйста, отключите микрофоны. Если рассмотреть естественное течение роста, это как раз наша работа, которую мы делали в Институте онкологии. Мы смотрели больных, которые имели метастазы рака желудка, колоректального рака, опухоли желудочно-кишечного тракта. То оказывается, что медиана их выживаемости примерно без лечения. То есть если мы их не лечим, они живут где-то около 5 месяцев, жили эти больные. Если мы их лечили вот тем самым 5-фторацилом или доксорубицином с этопозидом при раке желудка, то эти больные, в общем-то, ну, доживали до некоторые до 6, до 7. В целом это было, в общем-то, не больше 10 месяцев. Что сегодня определяет тактику противоопухолевого лечения желудочно-кишечного тракта опухолей? К тому, что мы уже имели, естественно, присоединяется иммуногистохимическое исследование, молекулярно-генетический подтип опухоли, иммунологический статус опухоли и организма и возможности мультимодальной команды, которая использует все свои знания для того, чтобы пролечить пациента и увеличить ему дни его жизни. То есть на сегодняшний день мы имеем достаточно большой арсенал диагностических возможностей. Я больше даже останавливаюсь на лабораторных, но мы еще не исключаем и рентгенологические, и всевозможные другие методы исследования, которые дают нам понять вообще, с какой опухолью мы имеем дело. Панель диагностических моноклональных антител, вы все прекрасно знаете, они ведут, как они, эти маркеры являются как прогностическими, так и предиктивными маркерами. Молекулярно-генетические исследования. На сегодняшний день, ну, это невозможно лечить опухоли желудочно-кишечного тракта без исследования уровня экспрессии там, ЦКИТа, генотипирования в гене КИРАС, БРАФ, ЦКИТ, в гене БРСА при раке поджелудочной железы. То есть без этих данных определить стратегию лечения на сегодняшний день невозможно.
И мы имеем на сегодняшний день этот арсенал диагностики. И посмотрите, как расширились возможности, например, противоопухолевой терапии при опухоли желудочно-кишечного тракта. Если мы имели, ну, крупицы лекарственной терапии, химиотерапии, то на сегодняшний день химиотерапия расширила свой арсенал. Помимо 5-флуорацила, вы прекрасно знаете, есть принципиально абсолютно новые препараты. В начале 2000 года внедрены были. Это препарат сначала ингибитор топоизомеразы 1, который, в общем, произвел революцию в лечении, например, колоректального рака, потом рака желудка. Это иринотекан, ингибитор топоизомеразы 1 и 2. А затем препарат платины третьей генерации. Это препарат элексатин, который очень прочно занял место в лечении, например, так же, как и рак желудка, колоректального рака, рака поджелудочной железы. Препарат Гемзар, препарат Павотоксаны. То есть это расширилось настолько достаточно серьезно, вот эта возможность, панель химиотерапевтических препаратов. Кроме того, дальше мы стали исследовать и открыли внутриклеточные мишени. Внутри клетки опухолевой. И опухоли желудочно-кишечного тракта стали самым лучшим объектом для этого. И учитывая возможности внешнего внутреннего домена двух основных рецепторов эпидермального фактора роста и васкулярного фактора роста, были синтезированы моноклональные антитела, такие как Авастин или Бевоцизумаб, но сейчас нельзя говорить торговые названия, потому что их много. Это Бевоцизумаб, это Цитуксимаб, это Рамуцирумаб. То есть мы получили то, что у нас не было в 90-е годы, совсем недавно. Это совсем другая, принципиально другая терапия. Кроме того, мы из химиотерапии исключили некоторые опухоли желудочно-кишечного тракта. Например, те же гисты, гепцеллюлярный рак. Мы раньше их лечили химиотерапией, а сейчас они перешли в таргетную терапию. Они не получают химиотерапии. Все связано с тем, что мы имеем возможность выделить эти опухоли и назначить им правильное лечение, целенаправленное. И третий вариант, который сейчас используется с точки зрения противоопухолевой терапии при опухоли желудочно-кишечного тракта, это, конечно, чекпоинт-ингибитор, это иммунотерапия. И, в общем-то, перед нами, имея такой арсенал, перед нами ставит всегда задача, как оптимизировать терапию для каждого пациента. И вот влияние лечения даже уже 2010 год, посмотрите, а это, в общем-то, 10 лет тому назад, уже медиана выживаемости стала смещаться. И, в общем-то, все прекрасно понимали, помимо лечения есть еще какие-то группы пациентов, которые отличаются по прогнозу. Посмотрите, какие-то очень быстро умирают, несмотря на то, что им используют лекарственную терапию, хирургическое лечение и так далее. Кто-то живет долго, несмотря ни на что. А кто-то, у кого-то на самом деле, вот лекарственная терапия, цитроредуктивные операции при метастатическом раке, они расширяют возможности и выводят таких пациентов в более благоприятную группу. То есть правильно подобранное лечение, вовремя назначенное лечение при имеющихся диагностических возможностях дают возможность увеличить показатели выживаемости некоторых категорий больных. Но это исследование ТОГА. Очень многие, которые сидят, слушают, слышат меня, они участвовали в этом исследовании. Конечно, мы никогда не видели таких эффектов. Это 2005 год. Мы никогда не видели таких эффектов у больных метастатическим раком желудка. Когда комбинировали уже химиотерапию, тот самый пресловутый 5-флуорацил со сплатином в комбинации с трастузумабом больным, у которых выявлена экспрессия HER2-neo на поверхности опухолевой клетки. Посмотрите, какие эффекты. Да, конечно, мы пациента не спасли, но при этом мы пациенту точно продлили жизнь и качество, улучшили качество этой жизни. Множественные метастазы колоректального рака в печени. Ну, наверное, таких снимков очень много у кого. Я просто представляю, какие возможности мы имеем на сегодняшний день использовать такие опции. Или гастроинтестинальная стромальная опухоль. Посмотрите, просто раньше этих больных оперировали, облучали, проводили химиотерапию, но все было тщетно. Когда была найдена внутриклеточная мишень, когда найден был препарат, который смог уменьшить вот такое количество
опухолевой массы, а в последующем проведении цитроредуктивной операции, прекрасно знаем, что эти пациенты живут и живут достаточно долго. Ну и то, что я говорила, блокада иммунных контрольных точек, когда есть взаимодействие самой опухоли с организмом. Что важно для иммунотерапии при опухоли желудочно-кишечного тракта? Это, конечно, предиктивные прогностические маркеры. И из них мы знаем, известные для нас, это PD-L, это ЦПС, это соотношение коэффициента экспрессии PD-L на опухолевых иммунных клеток, это мутационная нагрузка, количество мутаций на одну мегабазу. Считается, что гипермутированный колоректальный рак, если больше 12, ну сейчас уже дают данные, больше 10 мутаций на одну мегабазу. И MCI, мы всегда говорим, high MCI опухоль, это нарушение системы репарации ДНК, состояние опухолевого генома, вызванное дефектами системы репарации ДНК и вирус Эпштейна-Барра. Вот, наверное, это основные на сегодняшний день, без которых мы также не можем прогнозировать и лечить пациента. И мы это на сегодняшний день имеем. Ну, первое – это PD-L. Как выяснилось, что экспрессия PD-L влияет на прогноз заболевания. Ну, я здесь представила два исследования при раке желудка и при раке пищевода, что те больные, которые имеют позитивный PD-L статус, они, смотрите, при раке желудка даже живут хуже. А почему? Да потому что мы им чаще всего назначаем химиотерапию. А рак пищевода, наоборот, PD-L положительный, он живет лучше, чем если PD-L отрицательный. Но при этом не влияет на эффективность лечения. Исследование Attraction 2, это исследование рака желудка, монотерапии неволумабом. Смотрите, на самом деле PD-L меньше единицы, и в принципе пациенты имеют эффективность лучше, чем по сравнению с плацебо. И больше, то же самое, в общем-то, по большому счету, таким образом, скорее всего, при опухоли желудочно-кишечного тракта такой маркер, как PD-L, является, может быть, прогностическим, но не влияющий на эффективность лечения. Следующее – это, конечно, нарушение систем репарации ДНК. Что такое это, вот этот дефицит репарации, ошибочно спаренных нуклеотидов? Это представляется утрата функции системы репарации ДНК, которая, в общем-то, играет очень такую ключевую роль в поддерживающей стабильности гена. И если MCI – хай, то определяется при наличии двух из пяти анализируемых маркеров микросателлитов при иммуногистохимическом исследовании или при ПЦР-реакции. Ну, вы видите, что очень много опухолей желудочно-кишечного тракта, которые имеют MCI-положительность. И что значит это для колоректального рака? А это значит, что, в общем-то, ранний рак на ранних стадиях тоже формируется около 15%. Около 4% метастатического колоректального рака MCI положительно. Что это значит при спорадическом колоректальном раке? Это редко встречается при раке на прямой кишке. Характеризуется очень четкими клиническими морфологическими особенностями. Присутствует мутация BRAF. Мы знаем, что если мы определяем MCI-H, у таких при спорадическом колоректальном раке, то часто нужно смотреть, не часто, а всегда нужно смотреть BRAF-мутацию, потому что присутствие BRAF-мутации достаточно часто при этой ситуации. При наследственном, более благоприятном, мы считаем MCI положительном колоректальном раке, встречается приблизительно в 3-5% по разным данным исследований. Если при синдроме Линча есть MCI положительность, то это всегда ассоциируется с высоким развитием колоректального рака. Это как и прогностический фактор, и предиктивный. Прогностически он все-таки благоприятный для ранних стадий, но негативно прогностически все-таки при воздействии при метастатическом колоректальном раке. И предиктивный при наличии метастатического поражения результаты исследования в отношении предиктивной ценности противоречивы, хотя мы всегда в клинике считаем MCI положительный, он вроде бы как лучше течет клинически. На самом деле он иногда ведет себя достаточно агрессивно, и мы не понимаем почему. На самом деле исследования очень противоречивы с точки зрения предиктивного фактора микростелитной нестабильности. Но при этом это важное предиктивное значение в отношении эффективности применения ингибиторов контрольных точек. Для
это был первый предиктивный маркер для использования терапии пембролизумаб сольных опухолей во второй линии терапии. И вы посмотрите, тут было много очень опухолей, но в частности это был опухоли желудочно-кишечного тракта. Это был холангиоцеллюлярный рак, рак желудка, рак поджелудочной железы, тонкой кишки, рак пищевода. Ну, забрюшина аденокарцинома все-таки это немножко не опухоли желудочно-кишечного тракта, но все-таки разделили исследователи колоректальный рак и не колоректальный рак вот в такой был последовательности. Что важно, например, для MCI-положительного рака желудка? Было сделано ретроспективное исследование Magic Trial и Classic Trial. Вы знаете эти исследования, которые определяли возможность переоперационной химиотерапии. Так когда пересмотрели блоки и стекла, оказалось, те больные, которые были MCI положительная, то есть микростелитная нестабильность была положительная, они спокойно жили и просто с хирургией. Им не нужно было проводить химиотерапию. Они и без химиотерапии жили прекрасно. И те же самые исследования было в Classic Trial. Те больные, которые получали операцию и плюс химиотерапию и были MCI H положительные, то есть они были, микростелитная нестабильность была положительная, то эти больные жили гораздо хуже. О чем это говорит? О том, что если больной оперирован раком желудка, ему необходимо делать адъювантную терапию. И если он MCI положительный, лучше ему ничего не делать с точки зрения химиотерапии, а если делать только иммунотерапию, которая сейчас пока еще не зарегистрирована с точки зрения как опция стандартная. Но тогда этих больных лучше не лечить. И проведение химиотерапии ухудшит ситуацию этих пациентов, нежели улучшит. Лучше этих больных оставить под наблюдение. Это очень важный аспект для больных раком желудка, в общем, за которого мы боремся там месяцы, показатели выживаемости, для нас это очень важно. Следующий предиктивный маркер для прогностические маркеры предиктивные при опухоли желудочно-кишечного тракта – это вирус Эпштейна-Барра. Это, в общем-то, более тоже характерно для ассоциированного рака желудка. Считается, что есть высокая экспрессия PD-L при положительном статусе вируса Эпштейна-Барра. И, в общем-то, если есть статус положительный этого вируса, высокая ли эффективность иммунотерапии? С чем это связано? На самом деле, на сегодняшний день 100% сказать нельзя об этом, потому что исследования очень противоречивы. Почему на это обратили внимание? Потому что такой рак желудка отличается очень выраженной инфильтрацией иммунными клетками. Такой рак встречается в 10% случаев. И, в принципе, вот эта отличительная способность, вот эта инфильтрация иммуноклетками, она говорит о том, что, возможно, здесь будет эффективна иммунотерапия. И поэтому, возможно, чекпоинт-ингибиторы и эффективны у какой-то когорты больных рака желудка в связи вот с этим статусом вируса Эпштейна-Барра, который на сегодняшний день, ну, я не знаю, мы, например, не определяем, но на самом деле, наверное, нужно определять. К сожалению, как я уже сказала, вот эта инфицированность вирусом Эпштейна-Барра на сегодняшний день, она пока не доказана ни в одном исследовании, просто не анализировалась. И поэтому, но в общем-то это является как бы основанием думать о том, что мы можем иметь благоприятных больных раком желудка. И помните, я говорила в самом начале, надо выделить группу благоприятного прогноза. И, возможно, вот выделение вируса Эпштейна-Барра, в принципе, по большому счету, это не так сложно, и мы это имеем эту возможность, мы должны это делать для больных раков желудка, чтобы выявить эту группу пациентов. Какая взаимосвязь маркеров, например, микростелитной нестабильности, вируса Эпштейна-Барра, мутационной нагрузки? Она может быть разная, различная, и может быть сочетание всех трех показателей, может быть сочетание двух показателей. Но считается, что если есть микростелитная нестабильность, то есть высокая мутационная активность. Если есть высокая мутационная активность, не всегда есть обязательно микростелитная нестабильность. При этом нужно сказать, что если больные имеют положительную микростелитную нестабильность, то есть это хай, они могут быть PD-L отрицательные. Не обязательно MCI положительные больные могут иметь на опухолевых клетках или на иммунных клетках высокий статус рецептора PD-L1.
И анализ одного маркера, особенно для опухоли желудочно-кишечного тракта, как PD-L1, он не информативен на сегодняшний день. Смотрите, рак пищевода, какую мы можем общую выживаемость получить. Вот это исследование с ниволумабом, Attraction 3 исследование. В общем-то, мы при раке пищевода, это вторая линия, это прогрессирование после уже первой линии терапии. Смотрите, вот эта плата, красивая плата, которая делает иммунотерапия. На самом деле, треть больных прожила 1,5 года. Это метастатический рак пищевода при использовании ниволумаба. Или, например, гепцеллюлярный рак. Это исследование CheckMate. Это комбинация чекпоинт-ингибиторов. Это PD-L плюс IP-STEL-4. Посмотрите, какой эффект с точки зрения показателей общей выживаемости в зависимости от эффекта лечения. Чем выше эффект мы получим, частичный регресс или полный регресс, то эти больные живут гораздо дольше. Это больные гепцеллюлярным раком. Это больные, которых мы, в общем, не знали, чем лечить и как продлить им жизнь. Конечно, что мы еще знаем? Мы знаем, что есть достаточно серьезная токсичность тех или иных комбинаций, тех или иных препаратов. Ну, например, вот тот же гепцеллюлярный рак – это использование ингибиторов тирозинкиназ вместе с чекпоинт-ингибиторами. Но при этом, в общем-то, мы получаем эффекты, клинические эффекты, которые дают возможность продолжить жизнь пациенту. Ну и при этом знаем, как лечить пациентов наших от этих осложнений. На сегодняшний день что мы имеем, например, при гепцеллюлярном раке? Посмотрите, какая системная терапия. Если мы сейчас посмотрим гайдлайнс, например, 2000 года, вот, наверное, это будет только сарафенит. Все остальное ничего не было. Посмотрите, что мы имеем для этой опухоли желудочно-кишечного тракта на сегодняшний день. Что сегодня определяет тактику противоопухолевого лечения? Такой гайдлайнс можно показать для любой опухоли, абсолютно любой опухоли желудочно-кишечного тракта. Мы имеем достаточно серьезный прогресс в лечении опухоли желудочно-кишечного тракта. Я хотела бы остановиться еще на одном моменте. Это возможность мультимодальной команды. Вот если раньше мы все-таки рассматривали опухоль желудочно-кишечного тракта как чисто хирургическое заболевание, и если больного не могли прооперировать, что все лечение было просто паллиативным, и оно было недостаточно эффективным. Сейчас возможности диагностические, с одной стороны, это всевозможные биопсии, которые мы не могли, например, делать в 90-х годах, даже, наверное, и в 2000-х, в начале 2000-х годов. Это ультрасонография для рака желудка, это эндоскопия при опухоли желудочно-кишечного тракта, как лечебная, так и диагностическая, это ангиография. Это гамма-нож, который, вы знаете, вот эта больная метастазом колоректального рака в головной мозг, по сути, ну, с полным регрессом метастазом в головной мозг. Это кибернож, использование киберножа для метастаза в печени. Вот у нас есть пациент, который мы использовали кибернож при метастазах в печень. Причем потом он прогрессировал также метастазами в печень. Но там, где был кибернож, эти участки, там рецидива уже не было. Сейчас, на сегодняшний день, использование химиолучевого лечения в различных, ну, здесь представлены определенные циклы, у больных прямой кишки. Просто потрясающие данные. Вот я хочу представить свою больную, нашего диспансера. Больная 52 лет, у которой, в общем-то, гистологически была аденокарцинома толстой кишки G2 при фиброколоноскопии на 2,5 сантиметра от ануса, полуциркулярное бугристое образование. Сделали биопсию. Время с КТ, в общем-то, висцеральных никаких изменений не было. В грудной клетке тоже все было спокойно и чисто. Реа было нормально. В общем-то, было определено от ануса утолщение стенок прямой кишки до 19 мм на протяжении почти 7 сантиметров. И в мезоректальной клетчатке определялись лимфатические узлы. Этой больной сделали первым этапом химиолучевую терапию, это капицитабин с лучевой терапией. Была
был лучевой эректит. Я могу, у меня 8 минут осталось. Вот посмотрите фоллоуап до мая 2020 года. У этой пациентки вот такая ректоромоноскопия через 12 месяцев. То есть нет признаков вообще опухоли. И на сегодняшний день, у больной, в общем-то, 29 месяцев без хирургического лечения благодаря химиолучевой терапии. Вот эта тактика «стой и жди», да, она на сегодняшний день тоже является при раке прямой кишки, ну, не приоритетная, она изучается, мы понимаем, что на сегодняшний день можно выделить таких больных, которые будут жить без хирургического, в общем-то, травмирующего лечения. Онкохирургия вчера, в общем-то, было ее историческое предназначение – удаление опухолевой плюс ткани. Простой принцип характеризовал метод как достаточно эффективный, универсальный, но в нем был недостаток. Оптимальный объем удаленных тканей. Вы помните, каким огромным массивом выносили всегда хирурги опухоль, даже если она была маленькая. Качество жизни больного после таких операций, соотношение биологических особенностей опухоли и объема операции. Вопросов было много. Что мы сейчас имеем? А мы имеем достаточно серьезное развитие онкохирургии для опухоли желудочно-кишечного тракта за счет новых технологий. Во-первых, внедрены новые методы общего обезболивания. Возможно, оперировать очень длительно. Внедрение методов экстракорпорального кровообращения, реинфузия крови, развитие трансплантологии. Мы сейчас с вами говорим о метастазэктомии при диссеминированном раке желудка. Да, возможно, это утопия. Вы знаете, когда-то была утопия цитроредуктивной операции при метастазах в печень колоректального рака в 60-х, 70-х годах. Сейчас очень специалисты разделились на два лагеря, но такие исследования проводятся. И достаточно большое количество пациентов, более 1000 исследователей выделили резектабельные, погранично-резектабельные, макроскопические метастазы побрюшья, нерезектабельные. И выделили, в общем-то, достаточно вещи такие серьезные, что общая выживаемость, если это все-таки метастаз рака желудка резектабельный, если вы сделали R0-резект, этот больной достаточно долго может прожить. Точно так же при погранично-резентабельных самое главное, вы должны сделать R0-резекцию. Тогда больной, возможно, будет жить дольше, чем он бы жил без этой операции. Понятно, что здесь в этом исследовании есть много очень... Это не рандомизированное было исследование, разная была оснащенность и возможность хирургической бригады, различные были клиники, но все-таки даже такая возможность на сегодняшний день, и понимая, что есть молекулярно-генетические особенности опухоли, есть какие-то благоприятные формы, которые, возможно, необходимо не только лечить системной терапией, а как раз подходить к вопросу и о циторедукции. Ну, например, это исследование ОПУС Трайла, оно достаточно давнишнее, это исследование, это колоректальный рак, больные КИРАС мутированные, дикий тип, использование цитоксимаба с фолфоксом приводит достаточно почти к 5% R0-резекции исследований. Конечно, такая химиотерапия перед операцией, она может привести в общем-то, к достаточно серьезным стеатозам, стеатогепатозам, которые обусловлены химиотерапией. Такие пациенты должны определенным образом оперироваться, определенным образом вестись после операции. Но опять же, мы тоже имеем возможности наблюдения за такими больными. И на сегодня онкохирургия для опухоли желудочно-кишечного тракта изменилась. В первую очередь, это прекращение естественной истории роста опухоли. Ну, это ранние раки. Улучшение качества и продление жизни больного вне зависимости от распространенности опухолевого процесса. И операция на сегодняшний день, оставаясь ведущим способом, из единственного метода для опухоли желудочно-кишечного тракта стала одним из этапов комплексного лечения. Что мы знаем? Как, когда и кому выявлять опухоли желудочно-кишечного тракта, это скрининг колоректального рака, по крайней мере, мы знаем, как делать. Принципы канцерогенеза мы знаем, биологию опухоли, молекулярно-генетические аспекты, внутриклеточные мишени. Мы знаем взаимоотношения опухоли с организмом, это иммунологические аспекты опухоли, как предиктивные, так и прогностические маркеры. Мы знаем, что хирургическая циторедукция возможна на любых этапах. Мы знаем, что использование мультимодального подхода в лечении увеличивает показатели выживаемости больных независимо от их гистологии. Что мы имеем? Мы имеем прекрасное диагностическое оборудование, мы имеем мультимодальную команду специалистов, мы имеем арсенал противоопухолевых препаратов, а самое главное – великое желание помогать нашим пациентам.
Ну вот, наверное, так, такой картинкой. Онколог вчера, онколог сегодня. Спасибо всем за внимание. Я вложила свое время. Спасибо.